Добрый день, мои подписчики, добрый день все, кто смотрит мой канал. Сегодня необычный ролик. Ролик сегодня о том, о тех незаменимых, вернее, вещах и предметах, которые должны нас окружать на кухне, если мы с вами говорим о правильном питании. Со всеми своими пациентами, со всеми своими близкими, друзьями я всегда делаю на это акцент, что прежде всего мы должны правильно приготовить продукт. И без помощников на кухне нам не обойтись. О чем же я хотел сказать? О том минимальном наборе, который может нам помочь готовить правильно. Это же, конечно, пищевая фольга. Мы в ней можем запекать, заворачивать, приготавливать, разогревать. Очень удобная вещь. Для рыбы, мяса, это, конечно, рукав для запекания. Всем известный, широко пользуем, потому что мы тогда не применяем масло для жарки. Мы обрабатываем совершенно по-другому пищу. Изредка нам нужна будет на кухне сковородка с антикулинарным покрытием. Не так часто мной применяемая, но тем не менее она должна быть на кухне каждого человека, кто думает о своем питании. Незаменимая вещь, как я считаю, это хорошая мультиварка. Здесь каши, тушеные овощи, масса других блюд, рыба на луковой подложке и так далее, и так далее, и так далее. Не нужно никакого масла, правильное, здоровое, приготовленное. Пища. Незаменимая вещь также это пароварка. Мне она служит долго верой и правдой. Я даже не знаю сколько лет. Работает как часики. Дай бог, чтобы еще столько же работала и радовала меня приготовленным, допустим, рыбой на пару, овощами на пару, заготовками на какой-то салат, винегрет и так далее. И самая главная часть этого арсенала это, конечно же, кухонные весы. Очень нужная, важная вещь. То есть мы ничего не делаем на глаз. Ничего не делаем, мне кажется, у нас нет таких единиц измерения. Мы пользуем вот такие простые кухонные весочки. Взвесили, поняли, какая порция, посчитали, используя приложение, но об этом мы поговорим попозже. Вы тогда четко контролируете свой суточный рацион, свой калораж, ну и, конечно, свою новую фигуру. Всем добра и здоровья, до встречи на моем канале.